играть и Фред, и Далот. В общем, короче говоря, и вручную надо номера вбивать. Вроде бы такой нашпигованной техникой Сингапур, суперсовременный, а? Да и ныли Манчестера. Вот здесь уже точнее сыграл Мата. И пошел вперед 26-й номер Манчестера. Падение, что Чонг. Все вот эти мячи бесхозные сейчас подбирает Манчестер. Чонг в штрафную вошел. Мактоминей. Вышел Матео Дармиан. Выручил. Из пустых выбивали. Из пустых выбивали. Здесь Ханданович. Будет удар. Удар. Гол. Гринвуд. Это Гринвуд и 1-0. Ну как разобрался, а? Супер. Ханданович отбил мяч в сторону, но каков Мейсон Гринвуд. 17 лет этому парню. 17 лет, представляете? Уверенно убрал под левую и вколотил мяч. Еще одно ложное движение. Мяч уже в штрафной. Как в России, так и на постсоветском пространстве. Гринвуд, на которой молится сейчас. Ну, по крайней мере, по сравнению с игроками Юнайтед, уже супер опытного. Факундо Калидио был, нет? Да, Факундо Калидио. Какой разворот. Аргентинец. Сегодняшней игры. Посмотри, какие и финты. Это уж Скриньяр. Здорово. Поставил спину, не пустил к мячу. Ну, а сегодня Манчестер выигрывает 1-0 благодаря голу.